Международный день защиты детей. В нашем городском округе проходит множество тематических мероприятий. Так, в Щелковском районном культурном комплексе мы можем наблюдать яркое и красочное цирковое шоу под названием «Вне арены». На этот раз маленьких зрителей, которых было в зале огромное количество, организаторы мероприятия решили удивить не только цирковым искусством, но и танцевальными и вокальными номерами. Творческие ансамбли собрались на фестиваль из различных городов Московской области. Это Мытищи, Королёв и, конечно же, Щелково. Всего выступило 9 коллективов. С днем детства собравшиеся в зале ребятишек и их родители поздравили не только артисты. Уже становится традицией 1 июня здесь, в Щелковском районном культурном комплексе, проводить замечательный фестиваль «Вне арены». Спасибо вам, что вы нашли время. Пришли сегодня сюда, а вас было много и есть много. Поэтому наши двери открыты, приезжайте к нам, мы всем вам очень рады. По улыбчивым лицам детей было очевидно, им такой праздник по душе. Но еще бы, одни акробатические номера чего стоили, а самое интересное, что выполняли многие сложные трюки такие же юные ребята. Три котика, с ним поздравляю, мне очень понравилось. В завершении праздничного шоу все коллективы были награждены дипломами. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».